В Московской области со 2 ноября вводится обязательный режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. А на портале «Живи спортом» начинается новый сезон онлайн-занятий для участников активного долголетия. По словам министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терешкова, домашние тренировки в прямом эфире «Живу спортом» помогут сделать самоизоляцию комфортной и полезной для здоровья. Министр добавил, что программы разработаны специально для детей и участников активного долголетия. Подать заявку на участие можно на портале живиспортом.рф. Пандемия коронавируса сделала режим онлайн привычной частью повседневной жизни. Предыдущий сезон групповых зум-тренировок «Живи спортом» продлился 2,5 месяца – с середины мая по конец июля. Всего было проведено более 600 тренировок. Спортсмены, тренеры и инструкторы проводили утренние зарядки, а также различные занятия на протяжении всего дня. Каждый желающий мог выбрать любое из 8 направлений – йога, стретчинг, боди-фитнес, кроссфит, фитбол, зумба и специальные тренировки для людей старшего возраста. Тренировки в прямом эфире – востребованный формат. Это подтверждают данные. За время проведения первых онлайн-тренировок «Живи спортом» в Instagram и Zoom к ним присоединилось более 300 тысяч человек. Активный образ жизни – неотъемлемая составляющая современного здорового человека. И сейчас квалифицированные тренеры готовы продолжать помогать поддерживать физическую форму в онлайн-режиме.